Всем привет, с вами Анубис. Сегодня мы играем Джебус Кросс на фулл рандоме. И вы не поверите, это катка на двух плюсах. От моего оппонента и от меня в том числе. Я же плюсовал, потому что на первый день увидел очень хорошую экономику и голда в рефьюге. Вау! На что оппонент плюсовал, скоро узнаете. Приятного просмотра. Все работает хорошо. Так, ну чё? Голодный мозг лучше работает, серьезно? Серьезно, голодный мозг лучше работает? Чё, лучше не есть мне? Звук сообщения такой бесящий. Да ладно, нормально. Я все никак не привык. Так, если нам сразу касл, да? А там некр. Блять, ну у нас касл. У нас касл вообще заряженный прям сразу же. И вообще максимально касл заряженный. Не, ну я тут буду плюсовать, понятное дело. И пока... Ну здесь что? Да я всегда касл буду. Я всегда касл буду плюсовать, бля. Так. Сука. Давайте разбегаться. Давайте смотреть, что к чему. Вроде бы и по кайфу, а вроде бы и не очень. Интересно, интересно. А, так, подожди, я же не первый плюсую. Первый плюсует он, блять. Два щита. Сложные эти самые. Но все равно я, скорее всего, буду это плюсовать. Несмотря даже на эту всю боль. А чё рестить? Ты чё? Касл рестить, бля? Касл рестить на бабках? Нахер его рестить? Я пока не думаю, что это рестится. Я пока всерьез думаю, что это плюсуется. Ну, без рофла. Мне вот это пробить на первый день. Посмотреть второй день. Там тамика, ничего, бля, особенного. Вот это, конечно, напряжная херня. Но зато рефьюга сразу. Надо это пробить. Кем-то подхватить, вернуться и здесь закончить. Этой вниз пойду. А этой пойду пробивать вот там.
Ой, или, бля, надо было сначала это пробить, взять. Ладно, попкай. 80, нихера себе. Герои очень сильные здесь. Герои очень сильные. Герои очень сильные. Еще на одного героя хочется, пока не буду брать. Что ж такое? Хорошие, хорошие герои. На самом деле, герои прям интересные. Блять, надо второй день, мужики, смотреть. Надо второй день смотреть, отвечаю. Стука, жесть какая. Так я мог бы просто его купить, бля, и просто там все пробить. Бум, нахуй. Так он, этот дракон, вот эту хуйню пробивает Солянова. Этот покупает и сюда, блин. Блядь, только одни щиты, нахуй. Это плохо. Бабки есть, да? Коробки надо брать. Блядь, да, ну это пиздец. Этим взять, вытащить дракона, выставиться сюда, потом передать, допустим, кому-то, да, Трис. Трис пробивает здесь драконом. Кто-то поехал наверх. Ну, плюсуем, плюсуем, смотрим. Привет, привет, бля, ну это интересно. Я, наверное... Я не знаю, просто мне отсюда, наверное, не уходить, да, на следующий ход это взять. Или что, или кто-то возьмет. Не, этим надо туда ехать. Давай так. Так, ну смотрим. Смотрим. Какой дракон? Золотой. Смотрите, что еще. Ну тут кайф. Ну тут все. Бля, ну это просто дорога. А куда? Подожди. Замок, замок, направо ГО, да? Это если пробить, отдать и дальше поехать наверх, да? Заодно можно вот это пробить и вниз. В принципе, там войска не нужны, золотой сам все это будет пробивать. Хотя можно вот это тоже развить. Ну просто объектов. Так, ну есть экономика, да? Тут, блять. Ну тут пару конс найти и все. Пару конс найти, и мы тут все выносим, конечно, в щи просто. Блять, золотой дракон, сука. Блять, золотой дракон, блять. Я ему, блять. Али Бабу, нахуй.
Пробивает он это? Нет, 10-19. Да, бля, 0-4, да должен, по идее. Изейший, бля. Блядь, статы дракон, бля, ебанешься, что закатка намечается, я в ахуе. Блин, ну тут, мне кажется, сейчас смысла нет. Тут надо сюда ехать, да? Бля, ну... Просто если здесь ГС-стек, в дракона могут настрелять и убить его. А, подожди, ГС, они ж не настолько ГС, да, будут? Да-да-да, это первый уровень. Тут нормально, пробьет. То есть эту шахту надо драконом брать, красить, а потом уже все остальное. То есть сейчас главное шахта, а потом... Ну хотя, с другой стороны, бля, видишь, просто... Я могу дракона вывести, а на шахту могу пере... Ну, блядь, такое, да? Какой... Фишка в чем? Если я дракона пуляю, я дракона могу забрать коробку. Я дракона могу пробить это, забрать коробку и поехать дальше. Могу ли я драконом взять шахту и вернуться? Ну, не могу. Я, если здесь, я остаюсь, да? То есть, если я тут становлюсь, то есть дракон здесь остается. То есть шахта, тогда на следующий день я лучше сейчас возьму коробку, пробью вот эту херню и поеду им вверх. А этого я оставлю здесь на шахте, да? Ну, скорее всего, да. Но тоже такое. Бля, го, да, го все-таки там, да? Или нет? Так, ну конца есть уже, хорошо. Хорошая конца, можно играть это. Можно играть, да, видите, просто го, бля, здесь. И войска все сюда уехали, это плохо. Ну все, теперь тогда. Теперь тогда действуем сюда. Катка. Ну, интересная, по крайней мере. Намечается, по крайней мере, интересная. Три сета берет. Этот поехал вниз. Ну, одного дам на всякий случай. И то я сомневаюсь, что это можно пробить. Один же голд это берет. По идее, да. Ну, может, кстати, и нет. Да не, ну как нет, блядь, должен. Должен брать. 5-5 статы. Брать должен, на самом деле. Ебать, мужики, блять. Что здесь происходит, блять? За всю больше, что ли, или что, блять? Ебануться. Так, подожди, ну мне надо подумать. Я голда, наверное, куда я отдаю голда? Мне это надо будет возвращать, мне надо будет сюда передаться. То есть у меня вот стоит. У меня, ну и он еще может зарестить. Он сейчас, блядь, вот так G нажмет, блядь, если там голда. То есть он может сюда передаться, да?
А этим я могу взять, пробить отсюда и поехать в улик уже, блядь, нырять. Здесь, да? И мне надо кого-то... Мне бы, блядь, Алкина, да, качнуть еще. Алкина бы качнуть в улик на самом деле. Потому что мне нужно понимать, что, что к чему. Мне нужно вот это еще забирать. Мне нужно здесь, блядь, делать все. Привет. Разобрался с видео. Привет. Если честно, не разбирался. Пасконус, говорю, здорово. Не разбирался. Ну, я видел, да, что оно это самое. Все, как вы сказали. Но я не разбирался. Где-то там накосячил. Ну, я говорю, просто очень такой ритм у меня. Бурный. Блядь. О, ништяк. Ритм бурный и это самое. Так, ну чё, я не знаю, наверное, возьму сейчас героя, поеду сюда голдом запрыгивать, потом поеду сюда передамся. То есть отсюда мне потом надо выехать будет сюда, у меня есть неплохая трис, но мне качать надо Алкина, блядь. Алкина надо ставить вообще на коробку сюда, если честно, а отсюда из замка кем-то передавать вот этому чувачку. То есть тут до замка, угу. То есть мне вот это нужно обязательно. Сейчас, мужики, бляха. Ебать, Гунар! Вау, блядь, Гунар! Нихера себе! Нихера себе, Гунар, блядь! Вау! Вау, так, какой дубликат? А. Так, сейчас, подождите. Мне надо понять, что я сейчас сделаю. Я, в принципе, могу армию разделить, а голдом могу сюда поехать. Кто-то там в армии чистить арбами, я могу куда-то вниз поехать. Как вариант, да? Тут есть объекты, есть деньги, да, надо выращивать ангела. И 3-4 надо брать и выходить на 1-2-1 на, это самое, на ангелах, ну, в смысле, на архах. Выходить надо либо Алкином, либо Гунаром. Гунара это надо покупать. Вообще надо сейчас его покупать и ставить под эту коробку. Передавать ему на следующий ход всю армейку. Пробивать коробку, пробивать вот это. Ставить на конюшню. А пайрухой это все вывозить сюда. Ага. Ага, блин. И как, чего не вывести, да? Гунаром, если я пробил, то гунаром и вывозить сюда, чтобы закончить вот здесь. Тогда надо увольнять кого-то. Ну, этого нельзя, этого тоже нельзя. Ну могу это... А, ну 60 арбов на нем, блин, да. Блять, кого уволить? Могу этого уволить, да, арбов отдать. Да, он не нужен. Мне просто Гунар нужен, 100%. И Гунар нужен вот здесь. Ну будем это играть, конечно будем, блядь. Конечно будем это играть. И Гунара бы сначала наконюшить или потом? Гунара наконюшить, потом сюда, сюда. Нет, тогда он не вывезется без конюшки. Сейчас пап, на следующий ход будем конюшить. Так, ну вроде все ок. Смотрим. Через два плюса сыграли. Через два плюса сыграли. Давайте смотреть. Блять, сапожки какие. Блять.
Как их вытащить, сука? Их бы сейчас как-то вытащить. Так, подожди, ну мне ж сейчас голд особо не нужен, да? Я 60, 60 этих чувачков грейжу. И сюда просто налетаю и ломаю лицо. А голдом я могу пойти сюда сапоги пробить, все попробивать. А 60 арбами и еще там вот этим мясом, да, я могу здесь все как бы ломать. Вообще в хлам, да? Правильно ж? Правильно. Поэтому мы делим армию. И вот делаем вот так. То есть голдом мы идем здесь как бы фармим. Очень жестко фармим. То есть голдом мы просто вообще фармим прям безумно. Ну, отлично. Можно еще даже голда направо вон пустить. А арбами... арбами. Мы делаем что? Все правильно. Бля, смотрите, да, здесь. Подстава, сука, подстава, подстав. А, можно бежать было, бля. Ладно. Бля, тупанул. Бля, вообще, конечно. Ну, жаль, конечно, вот это не отдали. Да, ну там, в принципе, 60 арбов. Нам, в принципе, должно быть уже похер, блин. И нам нужно закончить цепочку внизу здесь на экономике, чтобы потом сюда. И Алкин должен ехать. Блять, Алкин, стой, сука. Мне нужно еще покупать героя сейчас и ехать сюда, потому что Алкин должен ехать сюда вниз. Либо Гунар будет ехать сюда вниз, что тоже непонятно. Вообще, конечно, Алкина бы вниз, да, запулить сюда. Надо улик какой-то взять, надо, бля, еще, может, портал найти, еще что-то, короче. А вот еще улик, надо сюда ехать. А вот у меня здесь есть, сюда будем возвращаться. Вот сюда можно Гунара, блядь. Здесь Гунара взять, разбить. А, не, не разобью, блядь. Гунара бы разбить, поставить под эту коробку. Голда передать, на следующий ход пробить Гунаром это и ехать сюда под улик. Какую собаку, какие штрафы, дружище? Сейчас, подожди. Штрафы, сейчас. Мне надо подумать, как тут цепочку все срастить. Чтобы красиво все было. Этим надо вот сюда ехать идеально. Но сперва мне нужно туда отдать армейку. Поэтому я им сначала вот сюда даю. Здесь покупаю еще героя. Бля, с деньгами, нихера, вот это пре. Вот это пре, отвечаю, просто пиздец. Это просто пре, бля. Это я вот так отдаю. Только, блядь, желательно вот сюда, да? Придется вот такой сделать. Вот шаг. Здесь. Вот так все передаю. Пошел тут. Пошел.
веселиться, блядь. Какой Гунар! Просто вообще, просто какой Гунар! Вау! Вау! Блядь, мне на замок на Гунара везет жестко. Какой Гунар, блядь? И вот да, его как-то на конюшню и разбить бы. Но он должен вытащить армейку. Видите, в чем херня? А, подожди, это же вытаскивать. Не, это не вытаскивает. А этот может вытащить? Во, этот, кстати, может вытащить. Его бы на конюшню разбить. Но я могу конюшню здесь построить. Стой, подожди. Но я Гунара, наверное, сейчас пойду сюда. Этим я буду вытаскивать армию сюда. Блять. А он если здесь, да, то 800. Ну хер с ним, ладно, закончу здесь ход. Чуть не срастается. Вот это бы сразу забрать, да? Да, тут надо вот это бить, конюшиться, здесь разбиваться, выкупаться и выставлять Гунара сюда. А пока внизу пробить вот это. Блять, ну голд нужен, чтобы это еще бить. Я голда могу на следующий ход вывести. В принципе, да. Так и прям до сюда могу вывести. Нихуя себе ты бегаешь. А, у него 2400 точно, ёб твою мать. Я голда прям сюда смогу вывести и перевести потом вниз. А Гунара разбить и выставить сюда. Я сюда Гунара выставляю. Мы здесь берем улик. Собираем все, что нам интересно. И потом мы это все вывозим, даем на Гунара сюда. И еще одного сюда ставлю. И будем еще брать улик. Да ебать. Нихуя тут расклад. Вопрос как сейчас. Вопрос как сейчас. Да, вот это брать, не брать. Чуть-чуть потери могут здесь быть. Но, в принципе-то, не очень много. Подожди, сейчас подумаем. Вот это брать или не брать. Ну, сейчас оно мне нахуй не надо, если честно. Мне это, блядь, плюс один. Мне оно нахуй надо. Я могу здесь потери. Я лучше потом это возьму. Лучше потом это возьму. Я думаю, да. Я думаю, лучше потом это возьму. Это так. Здесь, конечно, вот, блядь, максимально не очень хорошо получается. Но, как говорится, что поделать. Бля, ну если я забираю, я потом не беру вот это, да? Блядь. Ладно. Чуть-чуть на это самое. Наебался я здесь. Ладно. Тогда что я делаю? Тогда я это... Мне еще одного бы здесь героя взять и вытащить. Стой, подожди, а как я делаю? Я вытаскиваю? Стрельбу я скипнул. Мне стрельба тут не нужна, мы на архах выходим. Эти все, ну, блядь, у меня 5 минут. Подождите, стойте, сейчас, мужики. Стойте. Сейчас я подумаю. Я что на следующий ход беру, разбиваю, выставляю сюда, да? Вывожу отсюда, блядь, дракона. И с этим драконом я ныряю в улик, блядь. Улик этот я ебучий беру и вывожусь, да? То есть я этим, допустим, беру улик, а этим я пробиваю это и вывожу все сюда. Здесь там кем-то перехватываю. Ну и все, вот. Ага. Угу. Через эту тюрьму можно вывестись. Можно взять и через эту тюрьму вывести. Ну, я так не возьму. Вот этим надо брать эту тюрьму, да, будет. То есть этим я... Этот на мувах, да, остается я тюрьмой и вывожу куда-то сюда. Мне на это надо взять. А, я этим открываю. Блять. Стоп, подожди, как? Ну ладно, похуй, давай так. Все, ладно, пропускаю. Я сейчас намудрюсь, нахуй.
нельзя. Бля, деревьев. Деревьев нет, заебали эти деревья. Так, ладно. Здесь я разбиваюсь, это точно. Зидара, даже если затру, в принципе, похую, да? Ну, я затираю не Зидара. Жаль, не могу эту кучку подобрать. Да, голда вывозим. Нам там сейчас нужен будет в битву. О, хорошо, это мы. Мама, я разведал, блядь. Заебись. Ну вот сюда Гунар и едет. Сюда Гунар и едет. Сейчас 5 сек. Сюда Гунар и едет. В эту коробку, в этот улик и в эту вот штучку. Ебать копать. Так, ладно, давай, первое это вот это. Еще сейчас масло тут все будет. Не, смотрите, нету масла. Ну, придется перестраивать, а это больно. Так, ладно. Я ботинки оставлю на Гунара. Гунара здесь в любом случае выкупать. Но сперва я похожу вот этим. Этого купить. Блядь, а мне ж еще нужно войска чуть-чуть сюда. Ну да, здесь по-любому что-то нужно. Вернуть я уже не смогу. Бля, мне вот это надо пробивать, сука, вот это забрать. Ты бесишь меня, пес. Так, ладно, что я хочу. Эти на единички, блядь, что я себе раздаю, да? Видали, на? Так, а мне на все равно кого-то будут увольнять, да, наверное. Здесь надо бы еще остаться на денек пофармить. А кем-то, бля, привезти хотя бы часть, не знаю, арбов надо было оставить здесь. Вывести сюда. Потому что мне этот, блядь, замок нужен. Это экономика, сука, уже 4-й день, 5-й день, блядь. Как будто... Или как будто я вниз не еду. Как будто все здесь уже решаю вопросы. Ну, бля, хуёво. Мне хочется, конечно, замок снизу отметить. Вопрос, как я его могу отметить? На следующий день монахов поставить? Или надо было отсюда мясо привезти? Это тоже такой, блядь, блок ебанутый. Ладно, это я подумаю.
Шахту понятно. Шахту будем вот этим красить. Героем отсюда. Тут минус мораль, тут дичайшая, конечно. У, блин. Ну, смотрите, что сверху еще нашли мы. Я пробиваю отсюда. Голдом повезло, пиздец. Это, бля, брать надо, да? Блять! Сука! Мне, блять! Бля, ну это как... Сколько мувов тут осталось? 500. 300, да? Блять, да двоечку сейчас просто нахуй разъебываем. Тогда шахту не трогаем, двоечку разъебываем. Причем у нас есть, блять, с атакой 8-10, блять, 69 арбов, голд, блять. Сука, вот только утки, блять, минус 2 морали. Но я, наверное, вот это мясо брать не буду туда. Без книжки, да в принципе нормально, двойку берем, блять, двойку берем. Страйкера, да, удаляем. Блядь, мясо такое приятное. И под улик, и под все. Минус 2 морали. Могу, конечно, залезть, но минус 2 морали могут всех арбов уебать. Хотя бы минус 1, да? Так, это надо в 5-й слот. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, первый, третий. Уток там, блядь, хоронят. Ебать, куда их поставил? Куда я их поставил, блядь? Куда я их, блядь, поставил? Ай, блядь, пятый, шестой. Первый, третий, шестой, не пятый. Я еще смотрю, что-то не то, блядь. Пятый слот поставил, ёб твою. Ёб твою. Сейчас полетит сюда, блядь, бить. Ясен хуй, блядь. Третий, четвертый, блядь. Еще и здесь прожгу, да? Похуй. Что делать? Я могу закрыться, блядь. Если утками завейтился, я мог бы где-то здесь закрыться, да? Так, в принципе, я могу отбежать, попытаться, да, вот так.
Блять, да я ж... Ладно, утки, мясо. Да блять. Руки их нахуй. Плохо расставился, поэтому поплатился за это, блять. Ну 24 хуйни. Это такое, да? Это жаль не вытащить. Зато есть ангелы, блять. Так, у меня нихуя времени, да, нету на ход. Здорово. Так, сейчас. Я могу сюда и передаться. Ну, вроде могу. Вывозим сюда. Я бы еще вот это, если бы взял, было бы идеально. Сюда вот тогда кого-нибудь. Есть подруга. Я бы сюда куда-то поставил. Не получается. Сейчас, подожди, сапоги. Блять, сапоги забыл отдать, да? Забыл. Да. Сейчас. Да я, наверное, их привезу. Мне все равно надо здесь героя покупать. Это, скорее всего, сюда пойдет, потому что будем здесь работать. Мне все равно здесь еще герой нужен, блядь. Сюда выставлять еще одного нужно. Пустой замок, блин, мразь. Ладно. Кого увольнять? Тут все нужны. Ну, ладно, сапоги, наверное, уже не притащу. Все-таки по деньгам, бля, хуёво. Итак. Так, еще и минута таймера просто. Вот это, наверное, вывести не смогу. Мне надо вот так вывозить. Хотя здесь то же самое, да, я здесь. Подхватываю, пробиваю сюда, да, нормально вывожу. Да, он тут сюда заезжает. Есть только так как-то закрыть.
любому, блядь, с 17 вида сносит. Любому же. Да ебать. Ну, так и это самое, да? Отлично. Но этот пес пиздец какой, он может вообще мне до замка добежать. Не может. Нормально, он сюда побежит. Мне бы кого-то еще тульнуть, бля, сюда. Замок бы забрать на самом деле. Хотя уже пятый день, 20 тысяч денег. Я не знаю, нужны ли мне арбы. У меня есть два ангела и золотой дракон. Хотя, бля, здесь все-таки нужны арбы, да? Давай подумаем. Кого я могу затулить вниз, да? И чё, и сколько? Чё я могу туда выделить? Я могу туда выделить вот этих двух мечников. И три вот этих чувака, да? И, в принципе, они должны там расправиться. Вот этот на балике, да, может? А, или тот на волшебстве, блядь, со стрелкой, со всей хернёй. Да, тот на волшебстве 2000-й может пойти туда нормально все сделать. Так вот еще парочку этих дам. Ух, ебать, их тут сколько. Тут очень много, блин. Это вообще что-то тут пробиваешь там? Выдержит от этих всех, блядь. От всех не знаю, но вот от парочки, трой, от парочки выдержит точно. Блять, хотел же еще закрыть, сука, это. Шесть хп, да? Брррр. Брррр.
Изейшие. Так мало? За что? Вот это, блядь, все вэлью сожрало. Вот это, блядь, что ли? Так мало вообще, пиздец. Сюда буду бить, потом в улик, потом сюда. И вот здесь разбиваться, поэтому пока здесь это брать нельзя. И потом буду вывозить все. Либо сюда буду вывозить, либо туда. Мне еще здесь надо купить кого-то, да? Кто-то здесь набегался. И это кто-то... наверное, Трис. Я думаю, это Трис, это кто-то. Потому что это самый херовый из всех герой, да? Из тех, ну, что есть. У меня есть 2000-й, который вот это все сейчас повезет вниз и захватит нам замок. Правильно? А он не 2000-й, блядь. Он 1600, мудак. Перья квестовые, я тебе так скажу. Перья просто квестовые. Вот и все. Но мы не добегаем, да? Ну ладно, тогда пособираю здесь. Перья квестовые, они там какой-то супер value. Да, но я сберу здесь, потом здесь, потом здесь и разъебусь. Да, мне главное, бля, сейчас еще нафармить. Мне сейчас надо выставить куда-то цепочки, чтобы я мог подфармить. Здесь очень много интересностей, блядь. Здесь очень много всяких вкусностей. Я оставлю ману на концу. Мне также единички нужны мне будут. Блин, тут надо ангела оставлять. Не могу я сейчас тут... Нет, мне надо сюда ангела разгонять. Это можно, но это я не факт, что пробиваю, да? Раз, два. Разбивка, перехват. Поехал вниз. Надо вот здесь заканчивать. Здесь герой нужен. Здесь очень много денег. Здесь нужен герой. И рынки буду ставить.
Здесь бы еще что-то, да, придумать. Вообще здесь бы выбежать, пособирать вот это все, да. Вот эту я, бля, не могу разбить, она мне нужна там под центр, там куда угодно. Мне ее надо где-то вот так вот здесь разбить. А, вот есть этот, но он под деньги. Ладно, бля, таймера нет, нихуя. Жесть. Шестой день, и надо уже думать под выход ставить кого-то. Понятное дело. Сколько Гунар наш бегает, блядь? 3000 мув. Ну вот здесь вопросы, и мне кажется, это я не... Здесь очень много кача, но мне кажется, я это адекватно не беру на вот этом войске. Без масла, без вот этого всего. Сюда надо, блин, нырять. Делать нехуй. Довести бы еще одного ангела, на самом деле, было бы идеально. И нырнуть. Но я тогда не вывезусь. Давай подумаем, что у меня есть. Два ангела, один голд. Циклоп, уток и дохуя минус морали. Здесь как будто бы надо... Здесь как будто бы надо пайрухой чекать. Разбивать ее здесь. Потому что если четверка... Пизды мы тут получаем. Если это двойка, то берем изейши. Если тройка, то с потерями. Здесь надо... Здесь надо все чекать пайрухой. Как бы ни было больно. И вот эти мупы надо будет тратить. То есть здесь 100% чекаем. Двойка. Двойка изевая. Двойку забираем прям сразу и цепочки не ломаем, и все у нас хорошо, замечательно. Единственное, конечно, а нет, мораль нейтральная. Ладно, в этот раз я поставлю нормально. Ну, в принципе, это мясо. Все, тут все мясо, кроме ангелов, я вам так скажу. Тут все мясо, кроме анжелиусов. Тут главное, чтобы ангелы не терялись, все остальное полное вообще... Блять, вот. Циклопы тоже посрать. Вот главное ангелы. Главное ангелы. Все остальное вообще. Поеб. Все это потери, это не потери, это я же говорю, это все херня. Ну, в принципе, что, Гунар, бля, ну, надо вот это, конечно, докачать. Продвинутый, продвинутый, да? Чуть-чуть опыта. Но теперь я могу и сюда нырнуть.
так-то, да? Но я вывестись не смогу. Я могу сюда нырнуть и здесь разбиться потом. Но я бы хотел, конечно, ход здесь закончить. Здесь много денег. Здесь я пофармлю денежку. И буду уже ставиться под выход. То есть я под выход еще вот это беру. Ставлю архов, 6 архов. В принципе, мне тут хватает. И я выхожу 6-7 день. Мне надо уже разбиваться, ставиться под выход. По ресурсам надо еще пофармить будет их. Бочки сера. Блять, утопа, представляете? А кем-то я могу взять утопу, бляха. Вот это я могу взять утопу. Я ее должен разбить сейчас. И ей брать, ее ставить под утопу. На 1-2-1 я беру утопу. Вывожу и выхожу с респа с утопой. Блин, еще пятерых там смог убить. Тогда я что ставлю сейчас? Я сейчас ставлю конюшню, нет? Портал славы. Я думаю, бля, думаю. Вот это, конечно, тоже под утопу надо. Мне мясо надо под утопу, блядь. На одних архах утопу, конечно, не взорвешь. Мне мясо еще надо вот в утопе. Мне мясо надо в утопе. Блядь. А его нет куда вытащить. Мне бы сюда бы еще сгонять. Дайте подумать. Коней, что ли, блядь, взять? Коней, что ли, взять, потом еще скупить их? Как мясо под утопу. Буду ли я эту утопу брать? Но очень, конечно, хочется. У меня и герой есть, бля, под утопу. Он очень сильный. Привет, Хаябуса. Привет. У меня герой есть под утопу очень сильный. Пиздец. Это хочется забрать. Просто пиздясь. Вот это очень хочется. Где рефьюга? Нихуя себе, а вот это чем тебе не рефьюга? Удалить уток. Прыгнуть сюда. Взять этих. На 7-й день вывести сюда. Разбиться. Но нет, на 7-й тоже поздно. Мне 1-2-1 надо уже стоять здесь. Брать это и выходить. То есть я сейчас вывожусь. Вниз. Ну 100% вниз. Кони дорого. Да, бля, кони дорого. Так вот разбиваюсь. Бля, еще и СП нет. Надо поставить портал и купить здесь ангела. Тоже не беру, вот с этим буду здесь вот так буду работать без единичек. Ну возьму, ладно, одну вот такую. Вот это и вывестись потом вниз. Потом, может быть и не вывезусь вниз, да?
Может быть, вниз и не вывезусь. Блядь, на архов денег нихуя нет. А, 30 секунд, алло, бля. Вот это можно взять будет, да? Почкой. Так, ладно. Да хочется, конечно, утопу взять, нихуя там луна. Конечно, хочется, бля, утопу взять, мужики, а чё, бля, чем? Конечно, хочется утопу взять. Бля, это увольнять не хочется, денег дает. Ну вот бочки нужны под архов. Я, наверное, сейчас, кажется, наверное, придумал, да? То есть, подожди, сейчас я посмотрю вниз, смогу я выйти? Бля, не могу вниз выйти, сука. Не могу вниз выйти, блядь. Могу вот только вот так сюда. Вон выносить обязан. Ладно, вынесу. Просто здесь еще, видите, сколько денег. Это я тогда руками пособираю. Это не вынесу, блядь, из-за перегородки. Да, так бы мог. Ну, мне надо вниз ехать. Мне надо вниз. Мне вот этих надо циклопов фармить. Мне гунара надо разгонять. Типа центр уже ставить. Мне нужно нагабанк вытащить. И мне нужно ставить гениальную цепочку под утопу справа. Может быть, здесь надо было ГМ ебануть. Кстати, на архов у меня почти все хватает. Кристаллов осталось, да? Кристаллов и денег. Сколько у меня будет ангелов? А могу я сейчас поехать вот этих, блядь, ангелов разъебать и вывести? Блядь, было похуительно. Но, наверное, не могу. Мне, да, надо сейчас придумать. Мне надо поставить цепочку идеальную в утопу. И в утопу, конечно, желательно залетать на архах, блядь. Но вывести тут хуйня делов. Тут, блядь, два героя. Тут до замка вывести. Из замка здесь один стоит и все, он вывозит сюда. Тут по вывозу изи, блядь. Изи-пизи лимон сквизи. Сейчас надо вот это, наверное, взять. Посмотреть, какого размера. И поехать вниз, вот это пофармить, да. И здесь я останавливаюсь. Либо я отдаю сейчас армию и просто тупо гунаром бегу сюда нахуй, блядь. Вот просто в наглую бегу сюда и привожу еще одного сюда героя. Ставлю, но я тогда не вывезу, блядь. Просто в утопу без этих четырех ангелов хуёво. У меня здесь их сколько, блядь? Один и здесь четыре. Ну плюс еще один. Шесть ангелов. Шесть ангелов очень мало. Но шесть архов уже нормально. А восемь ангелов уже хорошо. То есть можно попробовать сюда прибежать. Но здесь нет героя рядом, блядь. Это очень плохо. Заранее, если бы я здесь поставил героя, было бы охуительно. Может быть, есть кто-то с конюшней у меня? В замке, да? В замке Гунар. Здесь по-любому сейчас конюшня ставится, это бабки не ходи. Не знаю, мужики, бля, не знаю. Этому передается, он разъебывает. Могу ли? Мне надо вот этих ангелов вытащить. Мне их надо вытащить. Что мне какое-то мясо нужно обязательно. Ангелов я могу вытащить только гунаром, блядь. Но гунаром чё? Я могу тогда их сюда подвести, здесь одного поставить. Давайте посмотрим, сколько ходов там надо. Бля, мне надо кого-то в замок спрятать. Не доходит, да? Этого увольнять не хочется, потому что здесь два ящика модных он может взять.
Этого надо ставить сюда. А, или что, или куда? Отсюда, да? Из замка я до сюда довожу. Отсюда привожу сюда. Две 300, да? На конюшне, на 2000-й. Кто-то здесь, да, на разгоне. Может довести. Я все привожу сюда. Здесь пробивает. Вывозит сюда. Две 800, ну вов, тут ебанешься. Только если сейчас взять пару шагов назад, он подхватывает. Отвозит сюда. А, даже не сюда отвозит. А отвозит, будет брать вот это. Бля, да, надо так. Да, надо возвращать. Надо возвращать армейку. Стоп, нельзя так, кстати, отдавать. Бля, тут никого, да? Не это самое. Ладно. Надо просто вот это брать сейчас, чуть-чуть подвозить сюда. И на следующий ход кем-то здесь подхватывать, брать вот это, вывозить, ставить одного сюда. Брать вот это, возвращать. А кем я потом верну? 2 800, я же потом сюда не придамся. А, одного еще сюда, с тобой, блядь. Возвращать, ну это нормально, ладно, буду так делать. Вариков нет, блядь. Поехали. Вариков других нет. Главное, чтобы не четверка. Без потери ангела. Так, смотри, что я делаю. Бью в этого. Ну и тут, конечно, вот с проблемой, блин, мы сталкиваемся. Тут, конечно, есть проблема. Я могу просто сейчас прям выйти, блин, на вот этих. Могу в утопу не лезть, могу на 8 ангелах, блин, выйти и все. Привести еще ангела мяса и выйти на фул мувы, блин. Может быть, так и надо. Может, нахуй эту утопу. Более архо... Ну, не знаю, 8 ангелов этот самый, да. Может, блядь, так и сделать. Один СП единственное, конечно. А, ну вот, есть. На 2 раунда по маслу. А, масла нету, блядь.
30 секунд. Ебать, 30 секунд. А у меня цепочки не стоят. Я, блядь, сейчас не смогу все сделать. Красиво. Бля, у меня цепочки не стоят. Придется, наверное, так выходить, да? Не, наверное, придется так вылазить. Блять. Печаль. Если нравится видео, нажми лайк. Не нравится, жми дизлайк. А также можешь подписаться, если у тебя будет такое желание. Там у него луна, вся херня. Он, возможно, уже вышел, да? Ну, не похоже, да, но танк, да, у него все-таки засвечен. Ладно, давайте, поехали. На архов тогда. Ну, видели, что еще нашли? Спасибо, спасибо, дружище, спасибо от души. На архов это очень надо. Видите, что еще нашли? Конечно, можно было это вывести, но уже ладно. Говорю, ну надо архов, надо. По-другому никак. Сейчас только вот такое ускорение поставлю. И надо действовать быстро. Так, и что я решил? Довожу до этого, да? Волнуюсь, бля, волнуюсь, пиздец. Может быть, такой здесь поплавейшн? Я ебал. Но, может быть, и супер победа. Погнали. Единичка, двойка, заебись, то, что нужно. Единичка, двойка, хорош, блядь. Двойка пойдет. Ну, минус голд, понятное дело. Буду черного дракона выбивать, наверное. Как раз двух выбиваем. Либо я снимаю ответку. Дай подумать. Могу черного дракона выбить. Могу без зеленого. Зеленого как будто надо бить, да? Черного сейчас от двух этих впитывать. Главное, ну все нормально, минус один ангел пойдет.
блядь! Ебать! У-ху-ху-ху! Нахуй! Это пиздец. О, бля. Жесть, так, ладно. Уебать. Так, подожди. Ну ладно, нормально. На статах, блин. Так, главное тут быстро действовать. И масло, да? Так, тихо, мужики, бля, ща. Мне нужны кристаллы. Сейчас я пытаюсь понять, где мне их, блядь, высрать. Герой нужен. Еще герой нужен, блять. Еще нужно пиздец, сколько денег, блять. На 8 архов, блять, сколько? 16 тысяч, нихуя себе. Блять, вот тут вот этого не хватает, сука. Блять, чуть-чуть не дофармил, а? Быстрее. Чё за ебать охрана нахуй такая? Чё за хуйня, блин? Блять, на таверну нахуй ни на что денег нет, да?
Нормально, нормально, на 1-2-1 с утопой, блядь. Ну все бабки в архов улетели. Понятно. Ну вот все, ходим. Давайте смотреть, что там. Ебать там статы. Ладно, ладно, пойдет, смотрим. Мысли, блядь. Что ты будешь делать? Так, быстро, быстро, быстро. Разбивать, не разбивать, думаю. Так, сейчас, подожди. Еще добегу до города, нет? Надо бежать, да, наверное. Не знаю, насчет этой тюрьмы, блядь. Не знаю насчет той тюрьмы. Давай пробовать, ладно. 48, блядь. 8 уток, блядь. Ладно, похуй, это пиздец. Нихуя себе, блядь, Кинкерия. Ебанутая, блядь. Может, ей тогда и дефать, если чё? Здесь можно, да, разбить.
Так, да. Книжка воздуха мне нужна. У меня магии никакой нет. Мне книжка воздуха пиздец нужна. Я могу ее взять и ддшнуться туда. Ёб твою мать. Здесь, конечно, было похуенно эту еще, да, иметь. Ебать, меч пятёл. Я не могу сейчас нападать, я должен сейчас вот это все пылесосить. Мне меч нужен 100%. Я на следующий ход буду нападать, выпрыгивать и бежать вот этой, блядь, гунаром нападать. В принципе, манна есть, все есть, с мечом, блядь, с ДД. Просто сейчас я не добегаю, у меня осталось 800 мувов. Я не добегу 100%. Хотя могу, да? Так, быстро. Кинкерию пока не трогаю. Бля, рынок здесь не поставил, сука, трейдился, блядь. Анаграмма Тей. Ага, вот так, да? Ну, понял. Ну, давайте, ладно, все. Выпрыгиваю сюда. Вот сюда, да? Или сюда? Давай сюда. Тут главное передать, да? Ты чё, блядь? Два амулета гробовщика, ты чё? Серьезно, блядь? Серьезно? Вот это вот, сука. Серьезно? Два раза вот так вот амулет гробовщика ты меня пиханул, блядь, в наглую просто. Ты чё, пёс, блядь?
Что за вообще просто? Должно все, да, хватать, по идее. Как мне эту утопу взять? Тут еще гастов миллион. Но утопу не могу брать. Я утопу могу взять только вот этой подругой. Но у меня... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать. 12, 13, 14. И она здесь остается только 400. Я не смогу, бля, нет. Я по деньгам, бля, если бы я раньше это увидел. Блядь, золотые драконы еще здесь, сука. Нихуя себе. Блять, плащ на мне. Ты чё, серьезно? Хрона на лед, не смогу это забрать и выпрыгнуть. Блять. Через ЗНЭ бы это все как-то передать. Блять, через ЗНЭ бы это передать. Ёб твою.
Сука. Сука, блядь. Все минималки. Просто пес, все минималки. Могу, кстати, слепу, да, подхватить, блядь. Базовая. Все, погнали, финалка, скорее всего. А, вон у топа, блядь. А, утопу не буду трогать. Блядь, тут две утопы, можешь мне въебать две утопы? Но мне хочется на него напасть, мне кажется, тут нет смысла утопу ебашить. Мне кажется, тут надо просто его накрывать и все. Ну, вон он сидит тут, изейшая. Подперся, да? Ну, давай прогонять его отсюда, нахуй. Вампы, блядь, что-то там туда-сюда, вся хуйня. О, блядь! Давай сюда, ну. Цепную сюда, а дальше ебашим, блядь. Забираем замок. Ну и сюда или сюда. Вот так цепную, да. Или масло, блядь, дать и всеми просто залететь в него. Кока цепная. Да ебать. У, блядь. Арха, блядь, проведь 24-й дев, блядь, 22-я атака. Ха-ха-ха! Ну, блядь. Ну, 122 маны. 122 маны. Ну, мы тут его резурек перебиваем. Если только эмплу даст. Ну, ему только эмплу откупаться. Минус 4 арха может сделать. Но есть доборы, да, и есть ебанутые статы. Можем заэкспертить огонь, вывести книжку огня и на огневиках брать любые утопы. Думает, что делать, да? Под берс я, ну, не знаю, только снизу, да, мог подставиться под берс. Но это все, но берс хуйня. Да, взрыв, блядь. Так, ну и чё? Так подожди, взрыв, так ты, блядь, сейчас падаешь за следующий ход. Ты же за следующий ход падаешь, блядь. Ты же за следующий ход падаешь. А, он сейчас откуп, нет. Ну, откупиться только. Взрыв, откуп, блядь. За следующий ход он падает. Я это, блядь, сношу. Все. Фу, наши мужики, вот это я понимаю, катка, вот это катка, сюда ее на YouTube, сюда ее.
Фу, Фруда, напиши мне в личку, пообщаемся. Я видел все. Фу, бля, пиздец. Вот это мощно. Вот это я показал, на что способен. Спасибо за игру, дружище. Да тут все зарешало. Тут все зарешало. Тут все зарешало. Тут зарешало просто все. Давайте посмотрим, что на респе было. Что мы тут упустили. Вот этот улик. Еще хотел птиц взять. Жаль, я птиц не смог вытащить. Вот этих, вот, бля, вот это кольцо, но оно, в принципе, мы его потом добрали. Вот здесь вот, вот здесь по таймеру я, ну, мне не срослось, и я не смог сюда поставить, и это бралось хорошо, кстати. И вот это, конечно, хотел тоже брать, да? По деньгам, чтобы все было по кайфу. Чекни нижнюю концу. Да, сейчас все чекнем. Сейчас интересно, что в рефьюге на второй день. Во второй день эти самые, да, зомби. Нижняя конца единичка. Ну, нормально, кстати. Ну, с нее можно было и начать. Но такое, да, себе. Как бы единичка, понимаем, да, все прекрасно. Вот это жаль, не добрал. Тут не хватило тоже, по-моему, вам там разрулить. Перчатки. Вау, если бы я их добрал, просто жесть. Тут настолько можно было бегать. Бля, вообще как угорелый. Вот это интересно, что за карабас. 15 тысяч экспы. Нихера себе, блядь. Вот это кайф, да? А ну что здесь? Ёб твою мать. Жесть. Маска еще, смотрите, тоже есть. Респ очень рабочий, очень хороший. Как бы здесь, ну, все, что хочешь. Можешь... На этом респе, кстати, хочешь, можешь выйти пораньше. Хочешь, можешь выйти на архах. Можешь взять утопу. Можешь, что хочешь, блядь, здесь сделать. Рест просто пушка, блядь. Элементали вообще бомба. То есть рест просто пушечный. И турбин. Тут можно было и на шестой день попробовать выйти, да? Но тут, блядь, рест, конечно, кайф. Рест, мое уважение. Давайте посмотрим, что здесь было. Но на самом деле за один день, если бы он ману восстанавливал, могли бы быть у нас проблемы. Он мог две утопы добирать. Свиток взрыва, да? Утопа единичка. Вот это хорошо, что сюда я не полез, потому что я бы ее мог не вытащить. Она такая, как бы, очень проблемная, блядь. Очень проблемная эта утопа. Это утопа проблемная. Потому что здесь, по мувам, я ее поздно увидел и не выставился на нее. Нихера, блядь. Вот это я, жаль, сюда же не зашел. Хотел сюда зайти, если честно. Хотел, но как бы вариантов не было сюда зайти. Хотел, ну, вот это еще, да, мы тут понапробивали вообще без... Ну, вот это и есть архи, блядь, архи в центре. Ты просто пылесосишь все, блядь, просто все пылесосишь. У нас еще и слепа была, ну, слепа-то ладно, там, сильно она нам там не решала. Просто пылесосишь, блядь, все, любые утопы, тут все разваливается. Вон воздух, гунар просто бешеный, то есть, ну, как бы тут, блядь, вон КЗ, КВ, Гладиус. Ну, камон, дядь, что здесь? Здесь уже все. Здесь уже все, как говорится. На этом мои полномочия все. Сайт Респ. Хорошо, что не били, потому что здесь особо ничего нет. Но как бы на потенциал, да, вот. Можно было потом вот это собрать. По сайт Респу. Но он бился просто без потерь на самом деле, да. Вот это тоже, кстати, билось. А это что тут лежит? А, камни, понял. Были тут доборы неплохие на сайт Респе. Нормально. Но мы показали очень сильную игру, я вам скажу. Он, смотрите, очень такой маленький, компактный сайт Респ, потому что вот здесь все... отрезано вне дороги. Давайте посмотрим. Вот здесь мне интересно, что по свитку Армагеддон. Очень интересно, если бы я его подобрал. То есть там можно было что-то еще придумать со свитком, да, Армага. Интересно по утопам посмотреть. То есть я думал, запрыгивать в эти утопы, кстати, неплохие. Вообще неплохие. То есть они бы нас очень... Вот это, например, очень бы хорошо усилило. То есть вот, ну, представьте, с такими статами, блядь, на него напасть. И причем, кстати, по мувам, если я полет нажимал, я, по-моему, мы эту утопу брали и могли еще напасть. Я вам так скажу. Ну вот это говна, а вот это хорошее. А вот здесь похоже на мясо. Да, здесь драконы похожи. Нет, пятнашечка, да? Ну вот, смотрите, да, он вышел. Бежать далеко, но у него есть бонусы. У него есть улики, которые ему надо собирать. Только я не помню, есть у него чем, блядь, эти улики собирать. У него же, по-моему, этих ангелов не было. То есть ему улики. У него, смотрите, улики. Тут просто по кайфу. Тут очень много уликов. Меч пятел. Вот он взял этот меч пятел. Утопу эту, да, он взял. Посмотрим. Ох, тройка.
Колпак дала. Вот взрыв откуда. И Гриндан пес. Откуда Гриндан пес у него, интересно? Откуда у него Гриндан? Да, он колпак на Гриндана. Гриндан по статам как будто... А, меч 5 тел, колпак. Но все равно Гриндан уровень 10 точно, то и 20. А вообще мне понравилось, кайф, блядь. Тут прям, ну, рез просто раздало шоколадно. Просто раздало шоколадно. Я даже тут особо не думал над цепочками, над всем этим. Тут как бы он сам, скажем так, сам собой разрулился.